Йшов 30-й місяць триденної спецоперації РФ, яка і досі йде по плану. Вона тривожна. Це ситуація на території Російської Федерації у нас. Атака на Курск. І відноситися треба більше, ніж серйозно. Евакуировать надо со всего приграничья, да. Со всего. Абсолютно. Готовиться к наихудшему варианту. Сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое, чего нехорошо. Як ви вже зрозуміли, паніка, яка спочатку розпочалася у Суджі, Курську та Білгороді, дійшла і до московських студій російських пропагандистів. Зазвичай вони дуже швидко адаптуються до будь-якої ситуації та пишуть методички, перекручуючи все на свою користь. Але цього разу максимальна розгубленість. Ну и срочная новость. Sky News сообщает, что британские танки Challenger 2 тоже задействованы, как они говорят, освободительной операции на территории Курской области нашей страны. Challenger 2 впервые со времен Второй мировой войны оккупационная армия вторглась на территорию нашей страны. Ось бачите, навіть суперпрофесіонал своєї справи Скабєєва на другому тижні Курської операції все не може приховати істерику. Вона просто безцінна. В її очах та інтонації так і читається, що все пропало, а дехто з російських пропагандистів навіть прямо про це говорить в ефірі. Я вважаю, що ми ісходити все время із того, що ми повинні ісходити із того, що ми можемо проіграти. Якщо далі будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. До сих пор, пока мы будем жить вот с этими заголовками агонии режима, мы будем проигрывать, потому что идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Вже 12-й день успішно триває операція Сил оборони України на Курщині. І як би пропагандисти не намагалися запевняти росіян, що все під контролем і їхні міста та села захищені, правда все рівно вилазить. Вилазить настільки, що замовчувати її вже не можуть навіть найпрофесійніші брехуни. Сьогодні вже така ситуація, що треба говорити відкровенно. Просто я вважаю, що ситуація такова, коли вже не треба все время говорити, що все у нас хорошо. Нет, у нас многое, чего нехорошо. Понимаете? И у нас постоянная информация. И в информационной это мы все время показываем хохлов, украинцев, которые не хотят воевать. И, так сказать, и все время общий этот. Ну вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И, видимо, мотивированы. И, видимо, умелые. И, видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Тенгирович, прости. Но от меня хоть раз слышали? Нет, я тебя не да, слышал. Не просто важно. Я и говорю, не мало того, все мои собеседники говорят, враг сильный, коварный. Конечно. И люди есть, и оружие есть, и все им дают. Не надо его недооценивать. Абсолютно, и хорошо организованный. Ой, як же швидко соловьиный помет перевзувается. Прямо у польоті. Такому ще повчитись треба. Він же один з перших говорив про Київ за три дні та про те, що всі від України скоро відмовляться. Это где? Да, вспомните разговоры в нашей студии. Вот сейчас выборы в Европарламент, все изменится, выборы в Англии, все изменится, выборы во Франции, все изменится. Это кто говорил? Нет, стоп, стоп. Секунду, Андрей Владимирович. Я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой, в этой студии мы не говорили про британских премьеров, мы были в отпуске. Почему? Говорили. Мы говорили о том, какой бы британский премьер там не сидел. Примерно все. То же самое дадим, да, да. У нас действительно очень часто бывает такое шапкозакидательство и позволяет себе говорить очень много того, что а вот завтра, то есть создают у людей ложное впечатление, а вот завтра вот все закончится. Вот этим заниматься не нужно. Нет, ну безусловно, по поводу того, что здесь звучали на протяжении не только месяцев, но и нескольких лет возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине, или украинские солдаты просто закончатся и
мы победим таким образом. Это мы все слышали много раз, и мы видим реальную ситуацию на фронте. Она не настолько оптимістичная. Але кремлівські фейкомети, попри все, намагаються водночас заспокоїтись і навіть пропонують свої рецепти. Дуже складно вот этот показной оптимизм сохранять. А у нас что, дело показной в том, оптимизм вы видите? Ну, все, слушайте, СМИ, ну, да? Посмотрите даже... Я про наши на СМИ не говорю, каналов. Я за них не отвечаю. Нет, я работаю иногда, в программе местных встреч. Иногда на войне происходят так. Плохие вещи, понимаете? Рамзан Кадыров сказал три там дня что-то такое. Ну, давайте мы не будем Рамзана Кадырова в суе упоминать, чтобы никому потом большой не извиняться эту тему вообще, тем более сейчас. Знаете, нормально. Давайте вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха обсуждать. Ой, ну тему Ахмата уже навіть Скабєєва не хоче обсуждать. Але до цього повернемося пізніше. Что касается нам, как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да. Эвакуировать надо со всего приграничья, да. Со всего. Абсолютно. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да, потому что... Пожертвовать на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. Да, думаю, не так они себе сначала уявляли СВО. Это одна из их целей. И что мы видим? Мы видим, что с их точки зрения это как выглядит? Что Россия заявляла, одной из целей, из основных целей спецоперации – защита народа Донбасса. В результате, через 2.5 года, атаки на Донбасс, на Донецк, на другие населенные пункты ДНР продолжаются, на ЛНР продолжаются. А теперь... Россия, они хотят это показать, понятно, понял, что да. Россия не способна защитить не только показать, Донбасс, показать но кому? И, показать собственно, кому? Курскую область, Виктор Ильич, Белгородскую показать кому? Область. Кому они хотят? Если они хотят показать это российскому населению, то российское население, когда видит вот эту карту и вот эти новости, оно будет требоваться совсем не того, о чем они, может быть, себе представляют. Люди будут требовать действовать жестче и быстрее.